Друзья, привет! Ну, снова я. Теперь мы в новом зале. Проводим тренировку, как обычно я делаю обзоры. Сегодня тренировка у нас предстоит другая. Сегодня тренируюсь с дочкой. Небольшие рекомендации беременным женщинам. Она беременная, тренировки не прекращает, продолжает. Но без усилия, без определенных нагрузок. Так, ну вот зал. Называется «Империя силы», находится на Парусной 12. Ну вот, как я и говорил, каждая гостиница начинается с ресепшена. Но этот зал начинается тоже с ресепшена. Вот на ресепшене, сейчас, правда, никого нету, бери, что хочешь, и убегай. Здесь как в коммунизме. Да шучу, шучу. Здесь есть, смотрите, спортивное питание, причем спортивное питание от дешевого до, грубо говоря, до элитного, да? Можете приобрести здесь все. Для тех, кто жирок топит, можете жиротопы. Для тех, кто набирает массу, гейнеры и протеины. Так что идем в этот зал. О, как даже хорошо. Перед беговыми дорожками можно посмотреть что-нибудь. Зальчик небольшой, уютный. Минус небольшой, то что если будет много народу заниматься, придется подождать. Так, ну самое хорошее, что для меня в залах, это набор, большой набор гантелей. Ну а так, все необходимое имеется. Все, смотрим, не переключаемся. Имеется и душевая. Все как в лучших домах Лондона и Америки. Даже можно приглашать Елену Летучую. Как и обычно, каждая тренировка начинается с разминки. Минут 5 ходим на беговой дорожке со скоростью где-то 6 км, просто чтобы сердечную мышцу разогнать. И потом крутим суставы все, начиная от шеи, заканчивая голеностопом. Для девчонок это одно из самых выгодных упражнений. Прокачивает и попу, ягодичные мышцы, немножко бицепс бедра хватает и так называемые ушки у женщин, которые находятся по бокам бедра. Спины не напрягайся. А мы показываем тренировку у дочери, что даже во время беременности можно не прекращать тренировки. Ну, конечно, нагрузку нужно снижать на позвоночник, упражнения. На осевую нагрузку не нужно делать. Пресс не нужно качать, потому что она уже его накачала. А срок у нее 7 месяц, поэтому спину нагрузку нельзя, там станы и всякие всевозможные приседания. Приседания она будет делать, ну, с легкими весами не надо нагружать. Тренироваться нужно. Вам и ребенку нужен кислород. А покажи, что ты беременная. Что ты не обманываешь никого. И я тоже. Вот, видите, она его не надула, не съела арбуз. Так, обязательно пьем воду. Ой, а это твой, что ли, стакан? Ну да, забеременеть я боюсь.
Я тут живот скидываю. Придется всувать. А? Да, сушимся понемножку. Скидываем жирок. Пьем водичку. Второе упражнение – это присед, глубокий присед, как он там называется, плие. Вперед смотри, не вниз. Очень хорошее упражнение, прокачивает ягодицы, тем более, когда нужно глубже присесть, глубже 90 градусов. Доча делает присед с 7 килограммами. Раньше, в свое время, когда не была беременна, делала 14. Сейчас ей нагрузки противопоказаны. Разводка же у тебя получается еще ног, да? И ноги у тебя на этом закончены, да? Так, что я там еще? Руки немножко качнешь, плечи, спину. Ну, а грудь можно бабочку, так, чисто для галочки. Да-да-да. Для беременных не делаем осевые нагрузки, а упражнения на пресс, приседания, чтобы не было брюшного давления. Все. Продолжаем, смотрим дальше. Особенность в этом упражнении, то, что нужно наклонить тело вперед, и тогда нагрузка прям попадает прямо у вас по ягодицам. Ты чувствуешь это упражнение? Сводит прям булки. Что мешает? Живот. Живот мешает? А ты его отстегни на время тренировки. Главное, чтобы булки не сводило у пузатика внутри, который сидит. Как ощущение? Сводит? Внутренне? Ну и немножко для проформы качнем спинку. Вот здесь в этом зале есть неплохой тренажер Гравитрон для тех, кто или не может подтягиваться. Сил нету, или для девушек.
сделай раз, ну по десяточке делай. Делай. Чувствую спину прям. Сначала у тебя идут плечи, потом руки чуть-чуть подключаешь. Ну, жопу ты накачала хорошую. Да-да. Папина генетика. Папина. Поддулась. Ничего, живот потом уйдет. Опять поднакачаешь. Подготовим тебя на бикини, да? Да. Но это будет совсем другая история и через годик. А, кстати, друзья, у меня сегодня день рождения, и даже свой день рождения мы не пропускаем тренировки. Так что мне сегодня 42, у меня все впереди. Как в уральском пельмени. Все, делай подход. Ну и немножко захватим на плечи. То, что доча делает, это сразу на передний пучок и на средний. Смотрите, выше подбородка она не поднимает. Особенно мизинчик, когда в сторону ходит, выше большого пальца находится. И локти тоже выше гантели. Чуть-чуть серединку повыше. Серёжку чуть повыше. Вот так. Нормально? Да. Протяжка. Провиса мне тут говорит то, что она раньше делала. Говорю, раньше, что и раньше. Раньше можно забыть, какие веса делала. Ну и бицепс немножко качнем. Чисто для проформы. Так что вся эта тренировка проходит не для того, чтобы скинуть или набрать что-то в ее положении. Это просто человек поддерживает физическую форму в своем положении. Поэтому будут насыщение кислородом, мышцы тканей, эластичность тканей, роды полегче пройдут. И восстановление будет намного быстрее, так как мышцы все равно у нее хоть в легком, но тонусе. Поэтому делаем небольшие легкие упражнения и много ходим на свежем воздухе. Кислород нужен нам и ребенку. Да, правильно, вверх до конца не поднимаешь, бицепс не расслабляется. Да. Единственная ошибка у многих парней, которые делают, вот
не надо делать правильно. Вот это вот верхнее положение нужно не полностью, не рас... Правильно, правильно. Держи его и чувствуй, как он напрягается у тебя. Баночки 50, да? Как у Афгана. 56. А он смотрит на там? Ну, конечно, смотрит. Он на тебя будет смотреть. Может передать привет ему. Афган, тебе привет. Вот дочь. От дрищухи. А, да. От той самой дрищухи. Да. Качает баночки, ждет 56, как у тебя. Так что, Славик, тебе привет и твоей семье. Чувствую напряжение. Сокращай его. Еще. Нормально. Вверх до конца не поднимай. Вот так. Больше не поднимай. Вот так. Вот. Я немножко вставлю видео дочери, где она раньше занималась. Вот посмотрите, какими весами она раньше занималась. До беременности. Да? Качок? Или ты дрещенок? Нет, я пока дрещенок. Пока дрещенок? Ну покажи бицепс. Нету ничего. А пресс покажи. Пресс-то ты накачала по-любому. Пресс-то вот хороший. Вот мой пресс хороший. Да. Один большой кубик, да? Арбуз. Ах да, забыл. Все смотрим канал, подписываемся внизу, не скупимся, ставим лайк. И вам плюсов в карме. А мы продолжаем дальше. Нет. Руки вперед маленько. Дальше делать тягой к низу. Это упражнение на трицепс. Опять же, что руки мы делаем чисто для проформы в ее положении. Еще раз повторюсь. Статическое напряжение. Стоим. Локти у нас не ходят. Работаем одними предплечьями. И сжимаем. Повторюсь, как я говорю во всех залах, я не рекламирую залы, просто делаю обзоры. Поэтому все, кто находитесь ближе к Парусной, Южный берег, там, ну, на Красрабе, кто, приходите в этот зал, рекомендую. Зал уютный. Есть кондиционер. Так, ну, у дочки тренировка закончилась, у меня тоже, у меня давно. После тренировки, так как я сейчас худею, сушусь, после силовых тренировок я делаю еще кардио 30 минут. В пульсовой зоне 120-140, как и все помнят, наверное. Мое кардио интервальное. Очень эффективно. Это минуту бежишь, две и идешь быстрым шагом. И так в течение 30 минут. Все, 30-минутное интервальное кардио закончилось. Это наша тренировка подошла к концу. Все смотрим канал, подписываемся, ставим лайки. Все, всем счастливо. Всем пока.